Завтра в Молдове ожидаются грозовые дожди. В Бричанах и Сороках плюс 23 градуса, в Бельцах на градус выше. В Аргееве воздух прогреется до 25 градусов, в Тирасполе плюс 26, в Львове 27, в Камрате и Кагуле 28 выше нуля. В столице ночью прогнозируют 16 градусов, днем плюс 26. В ближайшие сутки погода существенно не изменится. Дневной максимум составит 32 градуса, ночью ожидается от 14 до 17. И о погоде в Европе. В Мадриде и Риме воздух прогреется до 38 градусов. В Париже переменная облачность и 30 градусов. Столько же ожидается и в Вене. В Лондоне плюс 25. В Берлине прогнозируют 29 выше нуля. Столько же термометры покажут и в Праге. В Варшаве переменная облачность и 25 градусов. В Будапеште и Белграде ясно и плюс 30. В Афинах температурный максимум составит 37 градусов. В Анкаре 34. В Бухаресте ясно и плюс 30. В Киеве дожди с грозами и 23 выше нуля. В Москве тоже осадки и плюс 21.